Всех приветствую, друзья. Я Дов. Сегодня у меня Galaxy 9 Plus. Не заряжается, принес клиент вместе с оригинальной зарядкой. Взял на всякий случай у него зарядку, потому что возможна проблема. Сразу достал разъем на всякий случай. Как видите, не идет зарядка. Попробую не оригинальную. Вот что-то появилось и погасло. Короче, походу что-то из контактов разъема. Штекер зарядки абсолютно чистый, нет никаких косяков, следов влаги. Посмотрим разъем. То же самое, не вижу ничего. Никаких дефектов. Давайте подключим, подкинем рабочий разъем, ставлю на сепаратор телефон, чтобы снять крышку. Сильно разогревать не буду, потому что крышка мененная, видно, посажена на клей. Такой вот сборный модуль на Galaxy 9 Plus G965F. Уже идет с кабелем, с микрофоном основным, сам разъем, который не поменять уже. На Huawei сейчас тоже такие уже стали лепить, еще приходится менять полностью весь модуль. Стоит он недорого, на 10, купил я его за 10 евро в обычных магазинах у нас на радиорынке. 10 евро его цена, если заказать на Али, я думаю, евро в 6 он встанет. Такой довольно неплохого качества. Мне так кажется, потому что я один раз ставил. Ну и так визуально смотрю. Вроде нормально. Очень уж похож на оригинальный. Итак, разогрели немного телефон, я думаю, крышка отойдет легко, потому что следы клея, вон я вижу, походу хозяин менял крышку. Да, да, все, она вообще отклеенная. Ну, как я и говорил, посадили на клей. Не забывайте про шлейф. Печатка. Сигнули. Обычная китайская крышка. Ломается элементарно при малейшем прикосновении, падении там с 10 сантиметров. Очень тонкая, некачественная, абсолютно не каленая. Такая крышка у нас стоит где-то 6 евро, 6-5 можно купить. При замене крышки всего лишь нужно поменять вот этот модуль, отпечаток, стекло. Давайте разберем, подкинем модуль. Повезет клиенту, если действительно проблема всего лишь в разъеме.
сказал, что в воду не падал, телефон не мочился, просто перестал заряжаться. Отстегиваем батарею. Давайте замерим, что там вообще. Вообще ничего, отправляем. Антенный модуль. Так, отстегиваем дисплей. Как сел. Застегиваем. Застегиваем дисплей. Батарею. Ну, давайте посмотрим с оригинальным, что произойдет. Уже лучше. Да, появилась зарядка. Выскакивает температурный датчик, потому что надо поставить крышку. С крышкой будет нормально. На этих моделях всегда без крышки выскакивает температурный датчик. Отстегиваем. Тут другие уже винты стоят. Все одинаковые. Разъем наушников. Коаксиальный, белый и толстый у нас идет снизу,
Непонятно. Что там не работает? Вот могу показать поближе. Есть следы влаги, там вообще очень мизерные с этой стороны, если видно. Может быть, это послужило причиной, не знаю. Так, ставим новый, ничего, никаких наклеек нету. Все один в один. Пытаюсь найти отличие. Ну, единственное, оригинально залит компаундом. Здесь вот микросхемки. На этом нету. Так, снимаем кабеля. Пристегиваем разъем.
дисплее. Уши. Не туда я вкручиваю. А, нет, все правильно. Так, все. 3, 4. Ставим батарею. Ставим обратно антенны и модули. Проверим. Зарядка пошла. Пошла? Пошла, пошла. Все, собираем телефон. Заряжается. Лепим крышку обратно на 7000. Нет смысла ее очищать, потому что тут краска такая вместе с клеем уйдет. Поэтому ставим обратно на клей.
смотрю под микроскопом камеру. Дабы не оставлять отпечатки. Во время работы случайно можно, не замечая, оставить отпечатки. Застегиваем отпечаток. Мне звонят. Все, друзья, всем спасибо за внимание. Оставляем на зажимах полчаса, и все готово. Я Дов, подписывайтесь, комментируйте. Всем удачи!